Под Ростовом в аварии с туристическим автобусом погиб один человек. Водитель, 9 человек, все, кто был в салоне, травмированы. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое. Это ДТП произошло в Азовском районе Ростовской области на трассе М4 Дон. Микроавтобус следовал по маршруту Ялта-Ростов-на-Дону. Вот в какой-то момент он съехал с трассы и врезался в дерево. Ранее была информация о столкновении с легковым автомобилем, но она не подтвердилась. Точная причина аварии еще предстоит выяснить, но, возможно, водитель просто уснул за рулем. А тем